Добро – единственный язык, понятный абсолютно каждому на планете. И это то, чем может поделиться любой. Ведь добро, оно не материально, оно в душе. Здравствуйте! В эфире проект РТС «Республика добра» и я его ведущая Анна Ахпашева. И вначале хотим поделиться с вами хорошей новостью. Ульяна, маленькая дочь Натальи Пущанской, уже проходит лечение. А возможным это стало благодаря вам, наши телезрители. В прошлой программе мы рассказали историю девочки из Абакана, которая еще в роддоме перенесла менингит. Вот уже 3 года родные Ульяны ведут борьбу за ее здоровье. За это время они добились больших успехов. Сегодня девочка может ползать, встает с опорой и даже пытается ходить. Подолгу смотрит в окно. Сегодня это ее любимая игра. Прогресс есть. А так как времени мало, ну говорят, что максимум до 5 лет хорошо ребенок идет. А дальше уже меньше развития, на 50% падает. То есть, возможно, даже просто ее поддерживать, просто поддерживать, чтобы ребенок просто не закаменел. В марте у Ульяны появилась возможность получить помощь специалистов из Китая. Полный курс стоит 120 тысяч рублей. Но Наталья надеялась пройти лечение хотя бы на 11 дней, которое обойдется в 60 700 рублей. После выхода в эфир нашей программы, подключив группы в соцсетях, необходимую сумму удалось собрать. И сегодня Ульяна уже в руках китайских специалистов. Родные надеются, что у них получится собрать средства на полный курс реабилитации. Не хватает еще 40 тысяч. Вы по-прежнему можете помочь семье Пущанских и осуществить мечту Ульяны. Просто научиться ходить. Карта Сбербанка привязана к номеру телефона. Я хочу, чтобы она пошла. Я думаю, что она пойдет. Она стоит, она сама встает возле опоры, вот, ну, возле, даже вот так вот к телевизору. Она встает и стоит, она очень долго стоит. И она уже равновесие держит. Я вообще поражаюсь, она молодец. И еще одна новость, к сожалению, печальная. Миша Остриков, парень на лечение в Москву, которому вы тоже помогли собрать деньги, не смог победить болезнь. Опухоль головного мозга. Его не стало 5 марта. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его родным и близким. Научить дружить. Казалось бы, такая простая вещь, но и этому действительно нужно учить тех, кто в ежедневной борьбе за здоровье порой забывает о самых обычных радостях. Совсем недавно в Республиканском центре дополнительной подготовки в Абакане открылась Академия развития, в которой особый упор делают на обучение детей с инвалидностью. Впрочем, в данном направлении работа ведется уже не первый год, благодаря чему в центре удалось открыть уникальную сенсорную комнату с единственной в Хакасии интерактивной песочницей. Обо всем подробнее далее. Меня зовут Дима. Соня, давай дружить. Давай. Социализация. За сложным словом стоят вполне понятные и привычные большинству людей вещи. Умение дружить, открыто общаться и получать удовольствие от работы или игры в коллективе. Мало кто задумывается, но именно это, полная социализация, едва ли не важнейшее направление в реабилитации ребенка с инвалидностью. Важную роль играет и сенсомоторное развитие. В принципе, это основы того, что... С чем надо работать с самого начала с ребенком? Потому что очень много проблем может отвалиться, если вот сенсомоторика развита. Сейчас у нас начальное установочное занятие, все с диагностикой. Вот сегодня вы видели на занятии, это мы учились дружить, потому что дети с нарушениями в развитии не умеют. Этот момент очень сильно упускается, и мы как раз вот постоянно, это будет каждый день на занятиях, на каждом занятии это будет развитие. Современную сенсорную комнату удалось открыть на деньги гранта по программе «Доступная среда». Оборудованный и полноценный учебный класс. Педагоги используют самые различные направления – сказкотерапия, настольные игры. Не забывают и про обязательную физминутку и зрительную гимнастику. Особая гордость – единственная в Хакасии интерактивная песочница. По сути, компьютер, проектор и ящик с песком. Но по факту – интереснейшая разработка с различными образовательными программами.
для снятия эмоционального напряжения у ребят, для развития психических процессов, памяти, внимания, мышления, для изучения основ биологии, географии, зоологии. Кстати, о зоологии, общению и заботе о братьях наших меньших в центре уделяют особое внимание. Здесь есть живой уголок, где ребята ухаживают не только за растениями, но и могут поиграть с кроликами, шиншиллой и другими питомцами. Он любит побегать, поиграть. Он меня постоянно моет. Это мальчик. Нельзя кроликов близко к краю, потому что могут упасть. На базе центра «Здоровые ребята» занимаются вместе с детьми-инвалидами. Таких сегодня 120 человек. Все обучаются абсолютно бесплатно. Инклюзивное образование очень востребовано. Сегодня группы, к примеру, в Академию развития уже набраны. Но всегда можно договориться об индивидуальных консультациях. В центре всегда готовы помочь. Главное – это желание и стремление родителей и их особенных детей. Это, оказывается, действительно большая проблема. И приходили с разными заболеваниями родители вот с детьми очень даже радостные записываются, потому что они считают, что у нас действительно для ребят все приспособлено. Если вы посмотрите даже таблички, которые для таких ребят у нас размещаются по всему центру, они находятся на уровне глаз ребенка, а не взрослого. И родители вот это сами отметили и сказали, что действительно они очень как бы рады, что нашелся такой уголок, где ребят с удовольствием принимают, где есть индивидуальность. Реальные занятия с такими детьми. А я на этом с вами прощаюсь. Это был проект РТС «Республика добра», и я его ведущая Анна Ахпашева. Помните, добро делать просто. В наш 21 век мне, конечно, обидно за людей с ограниченными возможностями, которые передвигаются на инвалидных колясках, на протезах. У нас в городе для этого вообще мало что предусмотрено, особенно пандусы. Сейчас такие пандусы делают. Я слышал, что они должны быть под 45 градусов, эти пандусы. Но они, по-моему, не 45, а все 90 градусов. На эти пандусы невозможно на коляске подняться без посторонней помощи. Ну еще, конечно, хотелось бы, чтобы у нас и транспорт был специальный для инвалидов, чтобы люди могли свободно на автобусах передвигаться, ну чтобы могли двигаться, а не сидеть дома. Тротуары у нас тоже желают лучшего. Где тротуары, пешеходные переходы, тоже нет спусков для инвалидов, для колясочников. И также нету поручней. Очень тяжело подниматься.